Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони призвал все страны Евросоюза срочно включиться в решение резко обострившейся в последнее время миграционной проблемы. Либо Европа возьмет на свои плечи разрешение этой чрезвычайной ситуации, либо она действительно рискует потерять контроль над иммиграцией, заявил глава итальянского МИД, выступая в понедельник в вечернем выпуске новостей государственного телеканала Rai1. В этой связи Джентилони напомнил о сопротивлении и эгоизме, проявившихся во многих европейских странах, когда в рамках ЕС обсуждался вопрос о квотах по перераспределению беженцев между странами Евросоюза. Необходимо понять, если сегодня чрезвычайная ситуация сложилась в Греции или в Италии или в Сербии, то завтра она может коснуться Польши или какой-то другой страны, подчеркнул министр. Согласно данным, обнародованным в августе руководством операции ЕС «Тритон», с января по июль 2015 года на территорию ЕС прибыли 340 тысяч мигрантов. За этот же период прошлого года число беженцев составило только 123,5 тысячи, а за весь 2014 год – 280 тысяч. Впервые за последние месяцы в июле число мигрантов, прибывших в ЕС, превысило 100 тысяч человек и составило 107,5 тысячи. Наибольший поток беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока зарегистрирован в Италии, куда прибывает почти треть всех мигрантов, и в Греции.